Приветствую вас на канале Час Ремонта, а сегодня расскажу про аккумуляторный шуруповерт Makita DTD-152Z. Чтобы приобрести эту модель по выгодной цене, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. Буду рад вашей поддержке, пишите комментарии и ставьте лайки. Шуруповерт компактен, максимальный размер, высота у него не превышает 24 сантиметров. Вес агрегата 1,5 килограмма. В предлагаемой комплектации шуруповерта Makita DTD-152Z аккумулятор и зарядное устройство отсутствуют. Однако проблем с их приобретением не возникнет. Для установки в агрегат подойдут любые слайдерные блоки производства Makita с обозначением BL18XX. Здесь символами XX обозначена емкость блока, которая может быть различной. Например, у блока BL1850 она составляет 5 ампер-часов, а у BL1815 только 1,5 ампер-часа. Аккумуляторный инструмент с повышенным крутящим моментом для работы с крепежом от М5 до М16. Обусловлено это тем, что шуруповерт Makita DTD-152Z не только имеет традиционную от нуля регулировку частоты с помощью куркового выключателя, но располагает возможностью установки трех значений максимальной скорости на 1300, 2800 и 3400 ударов в минуту. Для этого не требуется механический переключатель, поскольку переключение передач осуществляется также с помощью электроники. Инструмент оснащен специальным патроном под стандартные двухсторонние биты, а величина максимального момента закручивания, который обеспечивается приводом, равняется 170 ньютон-метрам. Регулировки момента у этого инструмента нет, поэтому пользователю целесообразно ознакомиться с указаниями по подбору режима работы, весьма подробно изложенными в инструкции по эксплуатации. Электропитание шуруповерта можно смело назвать интеллектуальным. Слайдерный блок, маркированный звездочкой, защищен практически от любой возможной неприятности. Автоматика отключит привод при перегрузке потоку или при перегреве, и пользователь с помощью индикатора всегда сможет определить уровень разряда батареи. Помимо высокой энерговооруженности, в числе преимуществ шуруповерта Makita DTD-152Z можно отметить наличие у него привода электрического тормоза, так что патрон после отжатия курка останавливается практически мгновенно. И, конечно же, значительное удобство при работе обеспечивает встроенная светодиодная подсветка с послесвечением в течение 10-15 секунд после прекращения нажатия на курковый выключатель. А для ношения на ремне у этого агрегата имеется традиционное приспособление – съемный крючок. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Стоимость АКБ и проблема купить сверла. Ломаются ударные биты частенько. Греется. Из вентиляционного окна дует горячий воздух. Теперь перейдем к положительным. Великая мощность. Легкость и огромный запас по прочности. Удобная подсветка. Компактность. Съемные щетки. В руку ложится как нужно. Закручивает саморезы на ура. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.